Сегодня расскажу просто одну маленькую тему. Не буду долго вас задерживать. Я думаю, зарядки хватит на 9 минут. О том, как правильно учиться и почему есть люди, которые получают результаты, а кто нет. Ну так вот, ладно, поговорим об обучении. Как вы знаете, на выходных у меня был тренинг в Москве. Всем огромное спасибо, кто пришел. Оказалось, что там больше половины зала. Я говорю, кто смотрит мой перископ? Ползала поднимает руку, я такой, нифига себе. Всем огромное спасибо за то, что приходили на мой тренинг в Москве, было реально супер. Ну, чуть меньше 200 человек, 190, что ли, у нас на пике было. Вот, говорят, было круто. Спасибо, да. Спасибо всем, кто делится эфиром. А после этого, то, что я не особо анонсировал, но в понедельник я пошел впервые в жизни выступить в университет. Вот знаете, вот не из-за того, что тебе что-то от них надо, я знал, что я не буду ничего продавать студентам. Думаю, ну еще выступишь, а потом студенты все в кредитах будут. Так вот, я решил выступить перед студентами, и ты такой думаешь, ну все, сейчас тебя на ура. Думаешь, там, да, вот как пишут, разорил студентов. Не тут-то было. Ты выходишь такой прикольный, такой это. И ты видишь, такие перед тобой сидят, ну, большинство аудитории нормальные, там, 70%. Но 20-30% такие сидят с надменными лицами. Такие, я все знаю, я все умею, ты кто такой вообще? Ты им что-то рассказываешь, они говорят, и что? У меня там 40... А я решил рассказать тоже, что вот из премиального тренинга. То, что ты клиентам своим рассказываешь, да, кто тебе там по 1000 долларов, кто-то у нас под ключ, там, кто-то в премиальных программах там по 300 тысяч нам рублей заплатил. И ты расскажешь те же вещи студентам бесплатно. Думаете, они это оценили? Нет, были люди, которые реально сказали вау, но были люди такие, которые такие, а, блин, ну и что ты мне рассказываешь, типа, говорят, а что у тебя посты в Инстаграме набирают всего там 900 лайков? И ты такой, и ты что, накручивал, типа? А ты знаешь, что ты никогда не накручивал? И говорит это человек, у которого всего 40 фолловеров в Инстаграме. И все, короче, такие умные. И ты понимаешь, что нифига себе, давно я не выступал перед такой аудиторией. Последний раз я бесплатный живой ивент делал в 2014 году в Москве. И примерно такая же реакция, такие, знаете, сидят москвичи, вот те, кто не платники, такие сидят. И 30% аудитории такие, ну-ну, очередной бизнес-тренер, ну давай, расскажи нам, что ты знаешь о бизнесе. Вот. Вопрос. Добьются ли эти скептики каких-то результатов? Вот ты пытаешься, ну, а знаете, как вот, когда тебя пытаются как-то там что-то тебе сказать, ты говоришь просто все как есть. И тогда тебе нечем троллить. Ты говоришь там, вот это так. И да нифига они ничего не добьются. Я хотел вам рассказать одну историю. У меня есть коуч, которого зовут Дэн Салливан, наверняка вы о нем слышали. И он ведет две группы. Одна группа для лохов, в которую как раз попал я. Группа – это те, кто зарабатывает от 100 тысяч долларов до миллиона долларов. Сейчас он, по-моему, снизил планку до полмиллиона долларов. Причем ты должен показать, что ты вот реально зарабатываешь столько, только тогда ты попадаешь в эту группу коучинговую. А другая группа, которую он ведет только сам лично, люди, которые зарабатывают прибыль, именно делают в год от миллиона долларов. Вот. И его спрашивает, Дэн, вот ты ведешь две группы. Ну вот ты знаешь учеников вот в той и в той группе. В чем ключевое различие людей, которые зарабатывают от 100 тысяч долларов в год, до с теми людьми, которые зарабатывают от миллиона долларов в год? И он говорит, вы не поверите. Те люди, которые зарабатывают меньше, которые не зарабатывают миллион долларов в год, они, говорят, они самые умные. Они слишком умные, и я вот им даю задание, они начинают обсуждать. А это я буду делать, а это я не буду делать, а вот это лучше сделать так, а вот это лучше вообще не делать, а это я и так знаю, зачем мне это делать. Те группы, которые зарабатывают больше всего, они убрали вот это свое эго, они убрали все, что вот может их отвлекать, и они просто делают все тупо, что им скажут. Вот, потому что они пришли к коучу, потому что он им сказал, и все, значит, так надо. И они не обсуждают вообще и ничего не креативят. Он говорит, это самое большое различие, как бы банально не было. Вот. И это самое забавное, что эти люди, вот,
кто зарабатывает больше, они на самом деле меньше сомневаются. И я вспомнил, кстати, у нас было на бразильском джиу-джитсу такое, сейчас я занимаюсь у Камприда, это 8-кратный чемпион мира, а до этого был обычный тренер. И как-то к нам пригласили, опять же, чемпиона мира, Филиппа де ла Моника. И мы такие все эксайты, такие, о, блин, круто, чемпион мира, что же он нам сейчас расскажет? Я помню, вот он нам показывает приемы, мы делаем, и в середине где-то урока он не выдерживает, говорит, вы замучили, говорит. Блин, тут собрались одни умники. Вот, я вам даю пример. Ребята, я больше вас знаю в бразильском джиу-джитсу. Я вам дал пример. Я вам дал, как нужно делать. Почему вы, даже не попробовав то, как я вам его говорю, начинаете его видоизменять? Почему вы начинаете креативить? Почему вы считаете, что знаете джиу-джитсу лучше меня и начинаете его делать уже по-другому, даже ни разу не попробовав то, что дал вам я? И мы такие тогда стояли все в шоке. И он говорит, ну, я же в джиу-джитсу знаю больше вас. Я лучший тренер. Я вам говорю, как надо делать, и вы сразу начинаете видоизменять. Заметьте, да, совершенно другая сфера, сфера спорта, но то же самое. Нам тренер, который профессионал, говорит, блин, заткнитесь, заткните свое эго и просто делайте, как я вам скажу, и не изменяйте. Потом, когда вы научитесь, когда вы вот поймете, как делать эти приемы, уже потом вы можете что-то креативить и делать еще что-то свое. Но пока, говорит, делайте, как я вам скажу. Кому понравилось, ставьте лайки.